подписчик прислал видеоролик, чат-рулетка с парнем из Казахстана и парнем из России. Парень из России говорит, вообще вас нет, вас Ленин выдумал, государство ваше придуманное, и, в общем, вы следующие. У вас слишком большая территория земли. Вот, слушайте, я хочу сказать, что... Да, вчера я видела ролик, пару роликов, где арчихи... Нет, точнее, вот. Арчихи что-то там... Вот, наши мальчики ходят там без оружия, там... Путин, помоги им с оружием. Вот, ну, это обычная история. И жалко своих сыновей, но уже отпустили. Ну, уже отпустили, уже все поздно. Но... Вот, так вот еще, Золкин сегодня... Или, ну, я сегодня видела ролик, где арчиха наглая попалась, наглая. Орала на него, слышишь, говорит, ты давишь психологически на нас, ты не имеешь, ты же не психолог, права нам говорить там какие-то там вещи, которые нас потом расстраивают. Слушайте, короче, вот все вот эти люди, которые там, Казахстана нет, Украины нет, вы следующие, психологически Золкин не имеет права давить на вас. Я хочу сказать, вы говорите, что Украины нет, да, суверенного государства Украины нет, да? Говорите, хотите вернуться обратно до 91 года и опять границы свои восстанавливать, да, типа Литву, Эстонию, да, туда все, да, обратно в Советский Союз. Говорите, да, я предлагаю Казахстану, Литве, Эстонии, Украине, всем странам, которые уже устали это слышать и доказано, что это люди не конченые, придумать какую-то клетку с голодными крокодилами или львами. Просто вот каждая арчиха, которая говорит, что я отпустила своего мужа, я хочу, чтобы его снарядили нормальным продовольствием и амбудированием, ее туда засунуть. Пожалуйста, засуньте всех арчих. Всех в чат-рулетки, которые говорят, что Казахстан следующий, засуньте их туда. Мужиков, которые там уже поняли, что как бы пизды получили, ладно, возвращайте. Но вот тех вот этих ебанутых, которых постоянно вижу в интернете, пожалуйста, засуньте в клетку с голодными крокодилами.